Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И сегодня я решила сделать второе видео по обзору моей эксклюзивной бижутерии из бисера и камней. И на этот раз я предоставляю вам вот такой вот набор, который состоит из колье, браслета и пары сережек. Этот набор сделан из японского бисера. Также здесь присутствуют разные формы акриловые листочки, кристаллы, которые не содержат свинца, бусины агата крашеного и жемчужины. Итак, все по порядку. Начнем, пожалуй, мы с самой мелкой детали сережек. Итак, вот это серьги. Как вы можете видеть, здесь идет плетение просто. Самое главное – это скрутка, то, о чем я уже говорила в уроке для начинающих. И это серьги, сейчас мутно я вижу, серьги-гвоздики. Вот. Серьги-гвоздики с золотым напылением, золотым покрытием. Лила я это на, естественно, ювелирной проволоке. Золотого цвета. Теперь мы посмотрим на браслет. Сейчас я его померяю на свою руку, и вы увидите, как он смотрится. Итак, вот это вот браслет на моей руке. Мне не очень удобно, конечно, не могу сильно руку развернуть. Но вы видите, что вот это вот свисающие веточки, листики, многообразие бусин, это все направлено вниз. Вот так вот он смотрится. И сейчас я все-таки покажу вам его на руке манекена, который у меня есть. Потому что я не могу, к сожалению, руку развернуть на 180 градусов свою. Сейчас я вам все-таки покажу это на руке манекена. Я думаю, это будет лучшее решение, чтобы вы смогли понять, что к чему. Итак, вот это вот браслет на руке манекена. Вот, сейчас вы можете видеть, что все так не спадает, как водопад, так красиво, да? И вот эти вот розовые бусины – это агат. Ну, естественно, он крашеный. Конечно же, агат такого цвета в природе не существует, но от этого его свойства не меняются. И сзади застежка магнитная, кстати, держит очень хорошо, очень сильный магнит. Вот такой вот браслет замечательный. Ну и последний элемент этого набора – это колье. Итак, ну это уже колье. Чуть не сказала по-английски necklace. Колье. Все то же самое. Кристаллы, листики, бусины агата, имитация жемчуга. Затем цепочка с золотым напылением, золотым покрытием. И вот такая вот застежечка. Вот так вот она смотрится. Тоже, как видите, основной элемент – это скрутка. Я давала, как делать правильную скрутку ровную. В уроках для начинающих, это уроки по бисероплетению, по-моему, это был урок номер 2, если я не ошибаюсь. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился этот набор. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно же, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Всем пока-пока, до новых встреч!